Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной коп. Давно мы не ходили на раскопки, но сегодня у нас шурф. Сегодня шурф на очень интересном месте. Шурф будет длиться не один день, вот, поэтому будет идти несколько, я предполагаю, серий, потому что работы очень много. Вот здесь, смотрите, друзья, я уже начал здесь шурфить. Здесь уже снято два, где и три штыка. Сам дом находился чуть-чуть левее вот сюда. Вот здесь был домик. Что происходило на этом доме, я расскажу чуть позже. Вот. Здесь уже у меня был выкопан примерно вот здесь крест. Крест интересный, крест старый. Но все, что сейчас будет попадаться, я вам по ходу действия буду показывать и рассказывать, что это за дом, почему именно здесь я решил пошурфить. Так, ну что, выглянуло солнышко. Здесь вот я уже снял часть на полный фискарь. О, отсюда лучше видно. Вот здесь снял. Сюда вот откидываю. Пока ничего. Будем продолжать. Устрой перекурчик. Короче говоря, домик этот непростой. Почему именно этот дом? Во время Тамбовского восстания, когда бушевала Антоновщина, именно в этом доме делился весь, как мы называем его, хабар. Делилось все награбленное. Делился в этом доме весь кэш, весь общак. Здесь был какой-то там крутой чел, все к нему тащили, он здесь все прятал, подвал был большой, подвал засыпали. Вот. Но, судя по первой моей находке, полезной на этом месте, вот этот крест не 19 века, крест раньше, по-моему, 18-й. На следующий коп я переобую и трак, одену нейловскую катушечку. Здесь надо поменьше. Здесь очень много попадается. Вот он прям. Сейчас на солнышко. Маленький. Это обувной, что ли? Или подкованный, скорее всего. Он какой четкий. Я его оставлю для тестов. Будем тестировать разные катушки. Вот так вот. Что попадается. Так, это я шмурдинку всякую сюда вот складываю. Так, это надо убрать. А то за рекламу примите. Вот такие вот вещички. Вот такой был замочек. Интересный, старинный. Какой-то канделябр. Что это такое, вот тоже мне непонятно. Ну и разная хреновина. Медные какие-то колечки, малечки, горшочки разные. Я их так собираю. Горшков очень много. Этот край получше. Вот этот. Я еще только туда иду. Там что-то похуже. Совсем сигналов нет. Тут идет черный металл. Вперемешку непонятно что-то. Тут у меня больше 2 часов копать не получается. Поэтому ролик буду клеить вот из таких 2-часовых отрезков.
Так, друзья, ну что, пожалуй, на сегодня я вот сейчас вот добью вот этот порожек еще. Вот. И все. И все пока что. Вот такое вот начало шурфа. Назовем это началом. До самого фундамента еще 1-1.5 метра точно. Но это будет первая серия. Это будет начало. Хабара тут хоть и нет. Нечего показывать пока. Так что, друзья, все впереди, весь хабар впереди. Начало положено. Подписывайтесь на канал, не пропустите клад, который мы тут поднимем. До новых встреч, давайте. Чао.